Казанский федеральный университет делает большой акцент на воспитание патриотизма среди своих студентов. Так, 8 июня в Институте психологии и образования состоялся круглый стол, где обсудили вопросы патриотизма. Мероприятие проходит ежегодно на протяжении 5 лет. Участниками круглого стола в этом году стали проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов, директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова, директор Института психологии и образования Айдар Калимулин и, конечно же, студенты-активисты КФУ. Мероприятие направлено на то, чтобы систематизировать и подвести итоги нашего плодотворного года как студенческого самоуправления, увидеть активистов нашего университета и пообщаться и получить опыт какой-то. Аделя Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.